В январе месяце Центральная библиотека отметила, ну, скажем, не юбилей, а очередной свой день рождения. 114 лет со дня основания. 114 лет, возраст почтенный, поэтому, не устраивая пышных празднеств, мы пригласили вот пообщаться своих друзей. Кроме этого, как вы знаете, год культуры в Российской Федерации плавно перетек в год литературы. А литература и библиотека – это понятия неотъемлемые, поэтому мы от этого года ждем очень больших приятных сюрпризов, хороших книг, новых друзей, внимания со стороны властных структур, скажем так. Мы уже запланировали целый ряд очень интересных мероприятий, крупных проектов, которые, надеемся, будут воплощены, в том числе и при поддержке новых субъектов Российской Федерации, которые уже выходят к нам с интересными предложениями, на которые мы с удовольствием откликаемся. И очень хочется, чтобы в свете современных реалий наша библиотека, центральная библиотека городская, которая является центром и культурной, и общественной жизни города, чтобы стала центром притяжения, прежде всего, нам хотелось бы, для представителей молодого поколения, потому что упустить сейчас молодежь мы никак не можем. А молодежь без чтения, без хорошей книги, без привычки к чтению, к сожалению, не может быть, ну, достаточно полноценным представителем нашего общества. Поэтому наша задача – шагать в ногу со временем, делать все возможное, чтобы представителям всех возрастов, всех социальных категорий населения было в нашей библиотеке тепло, уютно, интересно, чтобы мы могли предоставить и удовлетворить вопросы всех наших разносторонних читателей и пользователей. Ну, собираемся в этом плане очень многое сделать в этом году. Книга сопровождает человека с момента рождения и до последних дней. Мы рождаемся, нам уже ребеночку мама читает книгу. Мы уходим в мир иной, священник отпевает и провожает нас по Священному Писанию. Поэтому печатное слово, и сейчас даже не только печатное слово, оно сопровождает человека на протяжении всей его жизни. Меняются немножечко формы. Да, немножечко меньше стали читать традиционно печатных изданий. Но молодежь читает, молодежь интересуется. И нельзя сказать, что у нас молодежь как-то деградирует или как-то отходит от этого процесса. Мы читаем и стараемся сейчас сделать все возможное, чтобы молодежи было интересно в наших стенах, то есть переходим на какие-то новые информационные, компьютерные технологии, заинтересовываем молодого читателя для того, чтобы его удержать, чтобы ему тоже было интересно у нас, познавательно. Ну, делаем все возможное. У нас есть постоянная аудитория, постоянные поклонники именно такого жанра библиотечной работы, как литературно-музыкальные вечера. И, в общем-то, они с удовольствием посещают их. У нас постоянно аншлаги. Даже когда проходят в читальном зале, вот как сегодня мы видим, чаще всего такие вечера у нас проходят в литературно-музыкальной гостиной. Там атмосфера больше располагает. Вот. Там не только голос, не только стихи, не только музыка, но еще и сама обстановка как-то способствует воспринимать именно классическую литературу. Ну а сегодня вот живое дыхание классики, и все этому соответствует. В этом году очень удачный год тем, что юбиляры очень яркие. Это вот и Грибоедов уже вечер, которому был. Это Чехову 155 лет мы уже отметили. Это Есенину будет 120 лет. Вот. Это замечательные юбиляры произведения, как то севастопольские рассказы, которые мы, естественно, будем широко отмечать, популяризируя, особенно для юношества эти произведения. Поэтому в этом отношении год будет более, конечно, насыщен, потому что больше интересных дат. Ну и все мы будем проводить вот под символом года литературы в России, в Севастополе. В частности, будем раскрывать севастопольцам наши фонды, будем раскрывать, знакомить севастопольцев с произведениями классиков уже и советской литературы. Сегодня вот в обзоре в этом литературно-музыкальном будет Шолохов представлен. Вот, поэтому, ну, работа просто будет более интересная, какая-то такая на волне какого-то юбилейного состояния.